Привет. Мы собрались, чтобы от всего сердца поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за тот вклад, который они внесли ради освобождения Беларуси и нашего города. Митинг, посвященный празднованию Дня Независимости, объявляется открытым. Председателю районного исполнительного комитета Владимиру Ивановичу Карпенчику. Дорогие товарищи, уважаемые ветераны Отечественной войны, жители города и наши гости. У каждого народа в своей истории есть знаменательные вехи, события, определяющие его судьбу, которые он особенно чтит и помнит. Для белорусского народа это День независимости и 57-я годовщина освобождения нашей страны от ярма немецко-фашистских захватчиков. Эти два праздника по своему смыслу слились в единое целое с самой логикой истории, волей белорусского народа, однозначно выраженной на республиканском референдуме 1996 года.
Независимость и суверенитет нашего государства – это общее достояние всего народа, всех поколений, людей разных взглядов и вероисповеданий. Это воплощение исторических корней с учетом традиционных связей и духовной общности народов. Отмечая День независимости Республики Беларусь, мы пристально вглядываемся в нашу многовековую историю, осмысливая ее опыт и уроки. Ведь процесс национального государственного строительства независимой Беларуси был долгим и тернистым. Из седых веков Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского, с государственного устройства Белорусской Советско-Социалистической Республики мы видим в государстве источник общественного динамизма, созидания безопасности и стабильности. Так было, так будет. Столетиями наши соотечественники добывали с оружием в руках право людьми зваться, как метко сказал великий Янко Купала. Наша республика, которая находится на перекрестке Европы и Азии, не раз становилась ареной опустошальных войн, которые прошли по ней огнем и мечом. Мы знаем, что такое разорение, кровь и смерть, что такое слезы белорусских матерей, жен и сестер. Навеки в памяти народной останется самая страшная в истории человечества Великая Отечественная война. Сотни тысяч братских могил, искалеченные человеческие судьбы, попелища на месте уничтоженных городов и сел – вот ужасное наследие той войны. С фашистами воевала каждая деревня, каждый дом, каждая семья. Воевала вся республика, и земля горела в них под ногами от первого дня войны до светлого дня освобождения. Небывалых жертв потребовала победа над врагом от нашего народа. 2 200 000 человек, почти каждый третий житель республики погиб в огненном смерче войны. Почти 400 тысяч человек были угнаны в рабство. На фронтах и партизанских отрядах погибли 3673 человека с Березинского района, сражаясь за свободу и независимость своей отчизны. И сегодня, светлый праздничный день, мы низко склоняем голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за свободу, за нашу независимость. Вечная память павшим героям. Прошу почтить их память минутой молчания. Дорогие товарищи, сегодня Республика Беларусь – независимое государство в центре Европы, которое поддерживает экономические и дипломатические отношения более чем со 120 государствами мира. И основа этих отношений – демократия, взаимное уважение к суверенитету и независимости каждой страны. Целью белорусского государства является построение унитарного правового социального общества, в котором бы максимально были обеспечены права и свобода личности. Внутренняя и внешняя политика руководства нашей республики направлена на улучшение социально-экономического положения нашего общества, улучшение благосостояния каждого человека. И эта политика проносит свои плоды. Устойчивое, динамичное развитие нашей экономики является гарантией мира и процветания Белоруссии, гарантией высокого благосостояния ее людей. Мы первое поколение белорусов, которые уже не рассматривают независимость как только светлую идею и желанную цель. Мы взяли на свои плечи ответственность за практическую реализацию задач суверенитета. С этих позиций мы сегодня подходим, вникая в смысл и значимость праздника Дня Независимости. Он уже вошел в жизнь как символ связи времен. Нет у людей настоящего без прошлого, нет будущего без настоящего. Этот день обращает ныне живущее поколение к прошлому как великому историческому и духовному наследию, которое надо знать, беречь, почитать, приумножая его своим умом, трудом и предприимчивостью. Без этого не будет у нас представления о том, кто мы, как народ, не будет понимания нашей истории, культуры, не будет настоящего патриотизма, достоинства. Личное достоинство человека нередко мало, что значит без достоинства национального и государственного. Праздник Дня Республики сегодня очень нужен, потому что он побуждает людей глубже проникнуться гражданскими чувствами и патриотическими деяниями. Не всем нравится наша национальная независимость. Не всех устраивает то, что белорусский народ самостоятельно определяет, как реформировать свою жизнь, сам выбирает себе друзей. Более того, наши внутренние вопросы с стараниями оппозиционеров иногда вводятся в ранг международных, что уже само по себе ее не красит.
Особенно не утихает шумиха вокруг естественное стремление белорусского народа жить в едином союзном государстве с Россией. Ведь это надежная гарантия нашей независимости и суверенитета, реально работающая на благо двух братских государств. В заключение хочется подчеркнуть всем, что мы имеем сегодня. Мирное голубое небо, достойный уровень жизни, уверенность в завтрашнем дне. Мы обязаны нашим дорогим ветеранам, всем тем, кто на фронте и в тылу плечом к плечу ковал великую победу. Кто не дрогнул перед чудовищем, имя которому фашизм. История учит, что необходимо с самого начала вести бескомпромиссную борьбу со всеми проявлениями экстремизма и радикализма, чтобы не допустить новых человеческих жертв. Осознание такой необходимости особенно важно сегодня, когда поднимает голову воинствующий национализм и международный терроризм. Дорогие товарищи, от имени районного исполнительного комитета, районного совета депутатов поздравляю вас и всех жителей нашего района с днем освобождения и днем независимости Республики Беларусь. Пусть каждый прожитый день будет наполнен удачей, искренней человеческой радостью. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. С праздником вас! От имени ветеранов слово предоставляется Николаю Григорьевичу Чернецу. Дорогие товарищи, беременцы и все присутствующие, сегодня самый радостный день в нашей жизни, особенно в нашей, которая стоит здесь. Потому что здесь много молодежи, которые знают, что война только по книгам, кинофильмам и другим источникам. Поэтому от имени ветеранов войны, ветеранов труда, поздравляю вас всех с Днем Победы, с Днем Независимости нашей родной Беларуси. О ней сказано много было председателем райисполкома. Я повторяться не буду. Все сказано правильно, а вчера еще это было подтверждено, когда присутствовали делегации других районов наших, за рубежа. Они очень много сказали ласковых слов о нашей Беларуси. То, что она заслужила после войны. 50 лет – это много времени. Но за это время неузнаваемым стал наш район. Мы вчера упоминали 500-летие нашего района. Я помню его 70 лет тому назад. Это было маленькое местечко. Несколько там было там улиц, и только был завод. Спирзавод и дом Потоцкого. Сейчас наш район, наш город не узнает. Я обращаюсь главным образом к молодежи. Они недавно кончили только среднюю школу. Очень приятно, что многие из них именно понимают стоящих задач перед нашим народом белорусским. Они получили золотые медали, серебряные. Сейчас будут поступать в высшие учебные заведения. За вами будущее, ребят. Поэтому я желаю всем беременцам, вашим семьям, самого благополучия, чтобы именно вступив в третье тысячелетие. Выступление предоставляется военному комиссару района Юрию Павловичу Кудре. Уважаемые березенцы, дорогие наши любимые ветераны, прошите в этот день, святой день для нас, для наших детей, день, который дал нам свободу, дал нам жизнь. И мы благодарны только вот этим людям, которые стоят возле нас. Только им. Они своим трудом, своей жизнью смогли сделать нам этот день. Сегодня мы склоняем головы, прежде всего, перед теми, кто не вернулся с этой страшной войны. И только наш народ смог противостоять всему миру и такой страшной чуме, как фашизм. Только вот эти люди, которые стоят перед нами, смогли показать примеры мужества, стойкости и нечеловеческой выносливости. Поэтому в этот день я прежде всего, уважаемые ветераны, поздравляю вас. Крепкого вам здоровья, счастья, терпимости
и такого же мужества дальше, как вы нам учили и нам показывали. С праздником вас, дорогие! Товарищи, митинг, посвященный Дню независимости и Дню освобождения Беларуси, объявляется закрытым. Представители трудовых коллективов города возложить цветы памятнику погибшим. Thank you.